Здравствуйте, меня зовут Ренат Исмагилов. Я хочу сказать о церкви будущего. Раньше воскресный формат служения был эффективным. Это когда верующие собираются в здание и проповедует пастор. Сейчас воскресный формат служения себя изжил. Он неэффективен. Я верю, что будущее церкви за домашней церковью, где верующие будут собираться по домам, где они будут лично общаться с Богом, им не нужен будет посредник, где верующие будут персонально служить друг другу. Статью вы можете прочитать в описании под видео. До скорой встречи!